Многие обращаются с запросом онемение руки, покалывание в пальцах. Ну, это связано с сосудами головного мозга, это однозначно. У кого вегетососудистая дистония, рекомендую обратить внимание на такой комплекс Энермема. Он заявлен для улучшения когнитивной функции, для энергии. Но в составе здесь еще гинглобелова, который вот непосредственно улучшает кровоснабжение всех тканей в организме, в особенности сосудов головного мозга и сердца. Вот в жидком виде флакончик 10 мл. Можно не весь флакончик, а разводить натощак. Можно пить, чуть-чуть добавили и попиваем. И здесь еще в составе бетартрат холина, здесь еще элеутрокок и карнитин, аргинин и женьшень. Комплекс стоит Энермема 840 гривен. Если вы не будете прям по целому флакончику, хватит на целый месяц. Обожаю этот комплекс, один из моих любимых. Энермема дает очень быстрый результат, эффект. Вот, моим клиентам тоже очень нравится.